Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Куда мы приехали? Рассказывай. На озеро мы приехали. Кого делать? За рыбой. За рыбой приехали. Вот луна, они приехали за рыбой. Кого делают, да? Кого делают? Чего им дома не сиделось? Что, сфокусируется, не сфокусируется? Не засвечивают? Ну, короче, сильно ярко, не знаю. Я так несколько пятен их вижу. Ага, здорово, засвечиваю. Приехали, там мы, короче, не какого-то карася ловить глистоватого, да? Да. А ротана. Вот этот вот человек, вот, сейчас я его подсвечу, вот. Сказал, ротан по килограмму, говорит. Вот тут все у него, ну, лунка была. Лунка вот такая, говорит, была. Это вот как ротанов дергали. Размыли просто, размыли. Он. Не, он не провазил. А, не провазил даже? Это он еще жабры не растопыривал. Я буду здесь рыбачить. Тут даже ротан только что морду высунул. Да? Ну, поздоровался. Блин. Мишка, на это будем? Да вот хватит тебе, пойдет, да. Тебе пойдет, да. Ты Александр, еще а ты-то как будешь? У тебя палатка-то есть, нет вообще? У меня фонарика даже нет. Человек, который ушел, сказали, полтора часа, даже два назад на рыбалку. Причем со мной. Я не это не рассказываю секрета, нет, Александр? Какого секрета? Ну что ты ушел на рыбалку давным-давно. И я за тобой приехал только через два часа после того, как ты уже рыбу ловил. Ты со мной в палатке будешь, да, сидеть? А ты палатку будешь ставить? Я-то буду палатку ставить. На вот в это вот место. Да. А, ну тут самое наломленное. Пока прямое включение. Ё-моё. Дуром прёт, да? Поймал, да, прёт даже без фонарика. Видишь, ловил. Ничего себе. Всё, Саша, ставимся. Саша, ну, давай, давай быстрее начинать. Супер клёв. Вот тут видео будет. А, тебе и лунки не хватает, да? Я-то себе нашел, точно осади-то не хватает. Ну ладно, что будет интересное, запишем, включим. Ну какая? Вот такой, в общем, вот ротан уже у меня. Первое включение, супер клево. Я еще поймал. Да, Александр? Да. Александр психует, нет, он сейчас... не успевает. Сейчас мы вот в эту лунку опустим супер корм и будем ловить рыбу, да? Угу. Так, ладно, пока я отключусь. Чтобы он не стянули. Все, Александр, нас снимает эта скрытая камера. Блин. Все матершинные слова дети нас будут смотреть и говорить, а этот Александр. Хорошо, стараюсь быть. Прямо вот сумасшедший сейчас был. Иначе удочка из рук не выскочила. Саня, что, у тебя клюет, нет? И не будет. Чему? О! Потому что всю рыбу буду ловить я. Время, кстати, сейчас скажу, сколько. Первый раз мы практикуем рыбалку ночью. 19:28. Саня, что, клювало, нет? Клювало, ага. Блин, приехать не успели, у Сани уже тоже клюет. У меня крючок этот маленький, скорее всего, не будет зацепляться. К твоим маленьких, я буду больших. Как тебе такой план? Не, я тоже рано или поздно поймал. Вот, ловлю, вот горбунец опять же мой. Я, короче, от дна поднял сейчас, не знаю, сантиметров 20, наверное. Я даже не знаю, на какой.
Да, на глубину сейчас спустил тоже. Приподниму. Там у Сереги, слышу, рыба здоровая плещется, да? А у меня срывается. Вытянуть не может. Сейчас попробую посмотреть, может крючок найдется большой. Видишь? Так ты дай ему, чтобы путем-то клюнуть. Там совсем маленький. Кто? Крючок. Не обманывай, я вот таких же вот ловил. Я, наверное, штук 6 поймал. Так я же этот, на супер клев же. Секретная приманка, секретная прикормка. Саня уже это, про себя думает, да нахер я поехал, лучше бы я, говорит, руки в тепле держал. Саня, главное же процесс. О, сам выскочил, прикинь. Сюда. Сорвался у него передо льдом. И по инерции просто вылетел такой. Идти он хотел. Ну, дело идет. Серега, видимо, по количеству стал отставать от нас. Ладно, козу утром подаю. В общем, давайте до утра. А что по времени-то ты говорил? Да что-то минут 20, наверное, 8. Короче, не пойдет. Где у меня супер чемоданчик? Так, Александр пока переетывается. Михаил всю рыбу поймает. Конечно, я даже не помню, как он открывается, чемоданчик. А говорили, Саша, еще в 12 не было, Саша, на рыбалку сегодня. Да. А что за херня не открывается? Ох, нихера себе. Что такое? Так крючок, блядь, выскочил. Зацепился не от этого. Ох, нифига себе. Хо-хо-хо-хо-хо. Оказывается, я готов, бляха-муха. К рыбалке-то нихуя у меня их здесь. Я же в прошлом году... Блин, запикаешь, да? Нет, я не умею, у меня нет такой функции в камере. Там у меня даже поплывки тут лежат. Конечно, есть, таких больше вот. Некуда. Я же один к одному у меня. Даже иду. Тройник есть. У меня там линейка у дна сейчас стоит возле прикормки. Они подходят, меряются и это. Я думаю, 20 килограмм наловлю. Блин, я планировал больше. Блин, вот сейчас огромно, сейчас даже камеру не буду отключать, сейчас я его засниму. Опять их там миллион на рыбе стоит. Может быть, сейчас клюнет, да не тот. Конечно, не тот, тот был в 4 раза здоровее. У вас как там успехи? Потихонечку, это десятка два уже, три. Да нет, меня за десяток еще не перевалил. Ты что, там носу ковыряешь, что ли? Как я, наверное. Сашка, ладно, он крючки вяжет, опять сидит. А помнишь, я в прошлый раз вязал, у меня как потом клювало. Сейчас я... У меня еще леска, правда, маленькая, тоненькая, сильная. Она там. Блин, это я еще фосфорный крючок не опускаю. Мормышку, которая светится, он, наверное, там вообще ее дуром будет заглатывать. Ну, клюет, Миша, но у меня срывается сильно этот
крючок маленький, он ее выплевывает, она не зацепляет. Вот, считай, один случайно выскочил. Сейчас ко дну опустил, и что-то там меньше поклевок, чем... Ну, я где-то сантиметров 10 от дна сейчас у меня клевало, как бы, но это... Так, сейчас там ловится, да? Да. А ты еще и на несколько удочек, что ли, ловишь? Две. Ну, в общем, со мной это все ясно. Ух ты, примерзло, да? Да. Горбунца мне разэтовали, я прошлый год ловил и ловил на него. На одного. Сейчас на два тогда вот так вот его одену. Саня, ну чё, клюет, нет? Саня, клюет, нет? Клюет? Нет, да, Саня? Саня? Я разучился его. А чё он моргает фонарик? Фонарик моргает? А, ну значит сейчас сядет, наверное. И будем в темноте. Лампочка перегорает. А ты не взял вторую? Взял, конечно. Сейчас поморгает, поморгает, и это отключится. Вот он, нет. Первый самый был, самый крупный. Саня, что у тебя клюет, нет? Саня. Нет. Что ты психуешь-то? Нет. Взял моду психовать. Да где я психую-то? Ну что ты сразу начинаешь? Да сейчас мы приманку опустим пониже. Вижу, что они у тебя не собираются никого. Так, пока ладно, стоп-камера, он у Сани никого. Он весь уже издергался. Сергея. О, блин, тут же лунки, можно провалиться. Раскидывает всю рыбу. Палатку решил не ставить? Не, не буду ставить. А чё? Неохота. Понятно. Ловит на две удочки. На одну он не успевает, у него клюет, он ещё вторую. Это рыба, да? Да. И причем тут никак на рыбалке, на карася, все озеро в рыбаках. Кроме вот этих трех дурачков, а ну четырех, ладно, у нас получается, никого нету больше. Ну да, крупнее, ладно, согласен, крупнее, чем у меня. Ну, может быть, там на чуть-чуть. Ну, у меня первый такой ничто был, а остальные... Ну, у меня средний где-то вот такой вот, наверное, идет. Вот такой. Я больше, наверное, чуть-чуть наловил. А, ну пока я с тобой сижу, конечно, я так не наловлю. Все, ладно, давайте. Там Саня психует, у меня еще сидит в палатке. Че, Саня, 8 поймал, нет уже? Нет, 6 или 7. Блин, как ты так быстро их наловить успел? Я уходил, двое всего было у тебя. Поперло, да? Поперло, нет? Да, ко мелкий что-то. Саня, ну ты будешь рыбу так показывать, нет, свою? О, о! Ох, у него рыба.
Вон у него. Два опять, я же вижу два. Как два, вон они сзади меня. Ясно. Все, ладно. Саня, вот, давай, ага. Вот такой твой Александр тоже пойдет, да? Да. На что-то не клюет вообще. Там вот у нас на трофейного, на трехкилограммового, вот на такую нитку капроновую ловим. Если клюнет. Просто человек, который нас сманил, сказал, тут мешками по килограмму таскают. Саня, что, клюет, нет? Нет. Не клюет, и у меня перестает. Ах, у меня время 19:56. Вот такой вот тут улов. Мешок вот еще как бы есть, куда его на пол палатки растягивать высоту. Места хватает. Ловим. Сейчас было столько криков на все озеро собак, не знаю, если слышно, все еще лает он в деревне. Этот побежал уже прятаться. Сашка, давай весы, Сашка, ничего себе крокодил-то, да? А в руку не влазит. Его не обхватить никак. Да ты не то вот так-то берешь. Ну-ка поверни в лицом. Хороший. Зафиксировал. Может, он его вечером просто взял у этих, у рыбаков тут? Ну. Ну-ка поверни мне лицом. 280 это вот этот. Не, у меня меньше тут. Грамм поди на 200. Ну, этот поди грамм 500-то будет, мне кажется, да? А у тех еще больше. Тех еще больше, они длиннее. Как-то это, подлиннее они. Ничего себе, 705. Ну-ка покажи, погоди, а то отверну. Вот, 705 грамм. Вот, 705, Неплохо. Ага. Есть тут рыба. Есть, да, рыба. Мы-то рядом, значит, у нас тоже такая рыба есть. Все, побежали ловить. Ох ты, блин, чуть не разбился. Рыбочки на месте были. Сейчас я Сашкину пну специально. А у нас тишина. Да, Александр? Вон у Александра рыба. Ну ладно. Что еще будет интересно? Отключимся. Так, пошли мы смотреть. Вон у Александра рыба клюнула. Опять там были крики на все озеро. Только уже не у Никитки. Не у этого рыбака по трофеям. Где он его спрятал, смотри, да? Этот все с двумя удочками ходит. Ну, грамм, не знаю, на 300, наверное, да? Судя по тому, чуть вроде побольше второго твоего. Ну, хорош тоже. Вот, вот он сам просится. Сам просится, говорит. Это кто тут падает? Серега, у него рыба сама выскакивает из лунки. Че так не ловить, да? Ну. А, с весами пришел, я да? Я пришел. Ну-ка. 360. Вот, я говорю, грамм на 300, да? 360. Тот был у тебя 280, ну, вроде, да? Да, да, да. И 705. Ладно, что, так мы Саня и не поймаем с ними, будем с ними ходить с одного, так и не поймаем никого. Ой, там где-то поезд, он идет, светится. Что? Поезд, где-то мы в отпуске, Миша. А? Поезд, говорю, идет, а мы в отпуске. Ну я-то в долгосрочном пока. Ага, что я тебе сделал? А, ты свой ящик кинул, да? А выброси его. Скользи. Можно его топором разрубить. Скользи. И все. Опять хату пришлось выстудить из-за их рыбы. Блядь, тебе, блядь, рыбка сидит. Рыба, да, у тебя? Рыба, ага. У меня нет такого счастья. Ну ладно. Саня, ты кого делаешь, Саня? Спички. Пытается спички добыть. Что у тебя за спички модные? Ты где такие взял? В магазине. Нафига? 5 спичек купил. Можно было, наверное, 20 упаковок купить простых спичек на эти деньги. Да.
Вон там у Сани рыбы наловлено. Рублей 150, что ли? Рыба, Саша, клюет, клюет. Вот он. А у меня не клюет, в общем. А у него клюет. А у меня не клюет. Сейчас я видеокамеру, это как заряжу, короче, мормышку. Неудобно. Блин, вот это хороший был. Да откуда он там у тебя был? Видно, грамм на 150, там на 200 был. Ты что отключилась-то? Включайся давай. Надо зарядить вот эту мормышку ярким-ярким светом. О! Воду. Вот он какой, Миша. Он не уходит, слушай, он мне не дает распечатать, блядь. Ну что, этот поменьше маленько, ну давай взвесим. Сейчас, погоди. Сашка у него дуром прет. Это в другой лунке можно заново считать. Заново считать? Но он же на другой лунке пойман. Ох, у меня, наверное, вот он на 2 килограмма 350 грамм. А, на килограмм 230 грамм я хотел поймать. А говорил, что я их вывел. Давай доставай весы, пошли взвешивать. Кого? Никитка поймал кого? Блин, у меня тут костер. На весы. Мне не интересно, у меня ловится, короче, некогда мне. На эти весы. Короче, Саня, видишь, боится, что. Ёп, твою чуть-чуть не в лунку, прикинь. Это ты за 100 грамм рыбы готов просто вообще, я не знаю. Не буду говорить на камеру, что сделать. Но многое он готов. Да что, Серега нам этот суповатку сломал. Ой, старость не радость. Клюет у этого дуром тоже подкрался к нашей палатке. Да? Маленько, видишь, поменьше. Грамм 200, может, поменьше. Да чтоб вас. Походу он ему мозги стрес. Да? Что, они включаются? Батарейки может отошли. Ну, посмотри батарейки. Так-то хуйня небольшая же высота была. 550 грамм. 550? Мне кажется, он сходил их из камыша его взял. Где-то припрятал. Обурили нашу палатку, конечно, эти варвары. Сука. Саня, они вокруг нас уже. А я думаю, что у нас не клюет? Они видели, когда мы с тобой фонариком светили, что они все к нам плывут? И они начали к нам подкрадываться. Что у тебя, клюет, нет? Ну, штук 6, наверное, достал, пока ты ходил. Пока я ходил 6 штук? Да. Ё-моё, нифига. У меня-то не клюет. Ладно, буду тоже ловить. Саня бенгальский огонь зажег. Ага, я бы так и сказал. Реально она как бенгальский огонь горела. Не успел начало заснять, но у нас все в дыму теперь из-за ионной спички. А так-то парень просто приехал в кроссовках на рыбалку. Это не кроссовки, это зимние ботинки. Мы его буквально со свидания забрали. Вот что любовь с людьми делает. Тут задохнуться можно, капец. У нас, наверное, как это, как с бани пошло, все в дыму. Ладно, отключаюсь. Время 21:54. Это ты вряд наложил. Да, трофей. Вот они, вот она рука. Вот он на 700. На 700 сколько-то там, 705 грамм.
Все кидает и кидает. Не, надо, Александр, что-то менять. У этого кучи тоже такие же рыбы. Вот сколько рыбы. На две удочки. И все у них не... А? И все у них клюет и клюет, да, главное? Смотри, блядь, у них они здоровые. Так, понятно. В общем, надо что-то нам делать. Вылезли мы с Александром тоже, в общем, рыбу ловить, глядя на этих тихушников. Да, Александр? Но... По-другому их не назовешь. Спрашиваем, рыба ловится? Они говорят, нет. Они не верили, что мы можем вылезти и проверить. Вот, только пришел, вот первая поклевка, ага. Конечно. А как я вам сразу выйдите? Да ну там холодно, мы за Нью-Йорки. Нет, нет, вы специально молчали, чтобы мы вас не обловили. Ну, товарищи, оказывается, ну, называется по рыбалке, да, Александр? Клюет. Ты говоришь, клюет, я говорю, клюет. Ну ладно, пускай клюет. Пусть у вас клюет, а у нас не клюет, да? Вот они, эти тихушники, рыбаки называются. Заряжаем. Вот уже, в общем, три штуки поймал. А так бы и сидели все без рыбы. Если бы продолжали верить этим рыбакам. Сколько лет? Ну вот я трех поймал. Уже четырех. Да блин, да я бы уже мешок свой наловил. Да как хули ты сидел там в своей палатке, блядь? Так вы обманывали. Да как вы обманывали? Я же сказал. Нет, вы обманывали. Вы смеялись над нами. Ну, мне вот Борька с кургана звонил, тоже спрашивал. Клюет? Я говорю, я не ездил. Говорю, вот поеду нафиг. Так что, Борька, давай, приезжай. Ловится ротан, да? Да. Да, я бы уже точно бы уже домой бы полный мешок рыбы был у меня. 120-литровый мешок бы уже наловил. Так, что нужно, я размял. Можно и рыбу половить. Александр, у тебя как? Двенадцать? А я пять. Но ты меня понимаешь, да? Что это за эти товарищи у нас? Кого мы взяли в свою компанию? Надо, в общем, заряжать мормышку светом.
заряжаем и смотрим эффект. И вот он эффект. Уплыл. Теперь Александр тоже замолчал, уже, наверное, три десятка наловил, тихушку молчит. Одни. Ну там он мелкий, там хорошо пёр. Ой, что-то я устал. Так, ладно, не будем аккумулятор пустую тратить. Отключаем. Нет. Давай, Александр, вот весы закончили мы рыбалку. Время 23:09. 3 часа мы примерно ловили. Поштучно я меньше всех, все говорят. У меня 87 штук, 57 в палатке за 2,5 часа и 30 штук на улице за полчаса. Вот Сергей. У Сергея сколько штук? 150 там около. 150 штук у него. Нет, не оторвать. Ты подними нормально-то высоту, а то держит специально. 5,690. Сколько? 5,690. Это чьи? Мои. Мишка. Я просто, чтобы они у меня вот влезли ровно по рюкзаку мерил, по сумке. Вот они, 150 штук, должно быть больше 10 килограмм. 8,470. Какой-то мелочи наловили. Блять! Ага, левой ногой, да? Нет, проскользнул просто, падай. Здесь 115. 115 штук. Ага, не поднять, да? 7600. 80. Ну, я не так уж и много отстал. Ну, а Саня самый хитрый. Он сможет всех в этот свой чемодан и сказал, а что у него там 100 штук. Не-не-не, так все взвешиваем, хули. Да давай взвешивать, что нам, то ли жалко. Мы-то все поняли, кто ты такой на самом деле. Блин, у него 8 килограмм весь чемодан весит. Ой, 750. И доказывал, что 100 ротанов тут еще. Это вот как у Сергея, только он должен весить. Ну, у меня последний, который ловил, они вообще одни мелочи. В общем, с Александром понятно, и рыбалка мне понравилась рыбалка ночью. Это должно быть, что ты. Ага, 100 штук, да? Да. И моих 85. У меня все мелкие там. Саша. Ладно, весы, да, сам, смотри, взял. Ну, бери тогда, ладно, возьму сам. Сам весы взял и сам проэтовался с рыбой. Как так? Как? Вышел с палатки, говорит, 57. И у него потом не клювало. Я еще 7 штук поймал, сложился, он уже говорит, что у него ровно 100. У меня на улице. На улице у него было, когда я на улице ловил, не переставая, и он ушел в палатку потом.
Когда он успел эту полсотни обловить, я не знаю. Ладно, всем до свидания. 12-11 сегодня. 19-й год. Озеро Новобайдарское. Волынский район, да? Да. А этот вообще сутки почти на рыбалке. Все, ему рыбы мало. За день 100 штук, вечером 100 штук. Поймал самого большого, да? Сколько там, да? Самый большой? 705 грамм. 705 грамм. Ну, а сколько вот там, Миша, вот, у меня было? Вот, видишь, или как у вас. У тебя 360. Вот они сверху. Да, большие. Вот они. Хорошие. Ну все, отключаюсь. Палец замерз.